Нихера, Саня, красава вообще! Ну, кто побежал-то? Давайте быстрее, быстрее, старт будет! Не финишировал. Ну что, как гонка? В плане финишировал. Ну, я проехал весь круг. Ты проехал весь круг. Ты как? Да не, идите нахуй, блядь. Я не доехал опять. Ну, друзья, всем привет! Вы на канале Денис Сумкин Эндуро. На связи с вами Недожарысы. И Недожарысы приехали на гонку в Суворов. Это очень интересная гонка. Здесь прекрасный карьер. Ну, в принципе, мы уже здесь катались, потому что с 10 часов сюда добирались. У нас был маршрут дальняк. Если кто не видел, то обязательно посмотрите. Гонка будет прикольная. Кантри-кросс, два класса, спорт и хобби. Не знаю, там сделали такой какой-то ужасный стадион, который будет трудно будет проехать. Ну, надеюсь, проедем. Интересно, в какой они класс включили его. Короче, пойдемте за Орегом сейчас. Старт, кстати, у нас Лиман будет. Это когда ставятся мотоциклы, ты еще должен добежать до них, завести и поехать. Че, поздравляю тебя. Организовывайте гонку, красавчики. Стараюсь. Это Ярик. Готов морально-то, а? Да, готов. Ну, что-то я стадион увидел, там, конечно, испугался. Да, не надо бояться, это один стадион, а их два. А, да? Да. У всех будет и спорт, и хобби. Главное не ссать. Не ссать и валить, это наш девиз. Что хотел сказать, это Ярослав. Первый раз с ним познакомились, когда я поднимался в горку и прям знатно так прилетел подножкой в спину, а он стоял ржал, короче. Подножка. Давай руку. Сейчас подожди. Да холодно. Да, 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 нормально. Давайте, парни, помогите чуть-чуть. Каждый сам за себя, все правильно. Друзья, всем привет! Недожарысы приехали к вам в Суворов! Это все финишером или как? Всем. И не финишером. А вот это мне большое главное. А где? Все, дали наклеечку. Ждем техосмотр и потом клеим наклеечку. Вот и... такой вот чип маленький. Это чтоб через Marshall One, через прогу, подъезжаешь, его сканируют. То есть чекпоинт прошел и поехал дальше. Ну что, мы на дальняк едем? А когда? В следующем году в Геленджик. Нет, до Воронежа хотя бы. До Воронежа? Ну да. Я хочу до Воронежа. Я уже все купил, все котелки, там, палатки, короче. А, серьезно? Да, я просто один хотел, а посмотрел, вы газанули. Ну все, давай тогда до Воронежа стартуем в следующем году. Надо тросов побольше взять. Короче, смотри, когда ездили в Питер, у меня родилась отличная идея. Вот, когда ты сделал афишу нашему будущему мероприятию, да. Я понял, что эту идею нужно воплощать. А сегодня, когда ты всех поприветствовал тут, я понял, что ты должен быть не только громкий, нас должно быть не только слышно, но и видно. Это я хочу это сделать. Поэтому я реализовал свою идею. Чего себе? Это что такое? Локость, локость. Нифига! Нихера, Саня, красава вообще! Вот это масштаб! Вот это офигенно! И флаг наш! Нас теперь не только видно, не слышно, но это прям круто! Охеренно!
Брифинг у нас через 5 минут начнется. Да, спасибо. И вонючку. Ой, бля, вонять буду. Да, да. А давай наклею. Давай. А то еще пропихаться надо. Взял себе вот такую палку в качестве подножки. И буду подгонять народ. Давай, езжай! Езжайте! Все вперед! Короче, парни, гляньте, сколько народу собралось, а? Это класс хобби только. Вот, это праздник какой-то. Старт Лиман. Вон парни сейчас выставляют первую полосу. Я вот с палочкой, подставочкой своей буду отгонять всех. Пить буду. Короче, поставлю мотик и стартуем. Так, парни, ну давайте, покричим, покричим. Народ-то сколько? Мужики! Вон они стоят. Пацаны, давай, вперед! Куда? Ну, кто побежал-то? Короче, парни, расстроен, оказалось, что половина не записалась. Минут 20 где-то у меня зависло. Первый раз за год, сколько я снимаю, первый раз зависла GoPro-шка. Так что там каких-то кадров вообще не будет. Ну, как есть, так есть. Не записался момент тот, блядь, когда в меня влетел чел. И он влетел так, что вот кирасир мне прожег своим выхлопом. И вот из-за этого вот обидно, что это не заснялось. Курва. Прикольненько. Мне нравится. Ручеек. Такой проезжаемый, но интересный. Looking in.
очень надо. I was bad like Mike. Это я на тормозах спускаюсь. Подъеме ждал их, вон они стоят. Мы только что оттуда спустились. Да, я заехал, вы спустились. Чего я заезжал туда? Ладно. Гонка прикольная. Мне понравилось. А первый финишировали через час. Ладно, пойдем отдохнем. Можешь записать, я могу. Давай, Серег, ну че? Наши гонки. Нам нужны тратить свое здоровье на это. Да не, гонка прикольная, у нас еще не все финишировали. Серег сошел. Леха финишировал, он поехал вообще на другой Хускварне. Остальные ждем пока. Я что-то никого из наших не видел. И Макса не видел, кстати, где. Интересно. Но мне понравилось. Спуски под конец прям вообще прям кайф. Можно было открыться хорошенько. Уже многие спуски просто херачил прям. Спускалось очень быстро. Стадион выматывает, вообще все силы забирает. Вот там прям начинаешь херачить. Круто. Парни, красавчики. Я по времени не ложился, но я финишировал. Ну что, как гонка? В плане финишировал. Ну, я проехал весь круг. Ты проехал весь круг. Ты как? Да не, идите нахуй. Я не доехал опять. Очень сложно. Очень тяжело. Я не доехал.
Ну чё, как тебе твоя первая гонка в жизни? Блядь, ну я весь круг проехал целиком. Ты проехал? Да. Я вот только что финишировал. Вот мужик, он не проехал, он не проехал. А я еще прикол, смотри, лапка где нахуй, она все на второй передаче ехала. Серьезно? Ты лапку въебал? Я ее проебал, блядь. Я от вас чуть оторвался, я в горку поднимаюсь, нету лапки. Мы уже не будем ждать остального всего, там царь горы будет, заруба какая-то. У нас время 14:40, поэтому нам надо домой. Все, спасибо большое, смотрели. Спасибо, что смотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, там бла-бла-бла, все, пока.